Задержали жительницу Ульяновска, подозреваемую в экстремизме. По версии полицейских, 36-летняя женщина активно вела агитацию в пользу запрещенной организации, а по результатам проделанной работы отчитывалась организатором противоправной деятельности. Во время обыска квартиры злоумышленницы полицейские и следователи изъяли мобильные телефоны, различную цифровую технику и информационные материалы экстремистского характера. В настоящее время по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников МВД России по Ульяновской области следственными органами Следственного комитета России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 282 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация деятельности экстремистской организации». Злоумышленница теперь грозит до 6 лет лишения свободы.